Нашу семью. Наш четвертый ребенок родился с очень больным сердцем. Но до этого мы очень сильно искали Бога, и мой муж, интересно, помолился. Господи, я устал быть теплым христианином. Я хочу познать Тебя реально. Пошли мне в жизни в такой ситуации, которая покажет, кто ты есть, живой, реальный Бог. С одной стороны, все кажется хорошо, пошло. Он так сильно в Библии привелся, так сильно искал Бога. Но с другой стороны, в нашу жизнь пришло огненное испытание. В этом огненном испытании мы прошли огромный шторм, как я часто называю, ад на земле. Об этом я написала книгу, 7 лет я писала, так исцелялось мое сердце, потому что то, что я прошла, то, что я слышала, я не думала, что Бог такой жестокий и будет меня за что-то наказывать. Но именно эти слова я услышала, что тебя Бог наказывает. Но был человек, который сказал: Оля, если мы не грешили перед Богом, а мы из родства верующих, дедушки, пастыри, церкви, я всю жизнь с детства в церкви, и он говорит, Бог часто, как Иова, проводит человека через такую ситуацию, чтобы потом прославиться через его жизнь. Бог тебя к чему-то готовит. Он будет тебя использовать и служить таким же людям. 10 лет спустя книга вышла в мир, очень много хороших отзывов. Я не хотела писать все, что я прошла, я не хотела писать правду, но Бог мне проговорил, ты должна писать все самое страшное, что ты прошла. Через твою историю я буду исцелять израненные сердца людей. Я вышла на радио, я говорила на женских конференциях, и все, что я могла говорить, это даже когда вам трудно, вас Бог несет на руках. Он никогда вас не оставляет. Год назад я раньше всего боялась, была очень стеснительна. Но год назад мы все в социальных сетях, и я выхожу, читаю. Пожалуйста, молитесь. Одна мама родила очень больного ребенка. Мне сейчас очень трудно. И знаете, я там была. Если бы мне дали месяц, два, я бы вам рассказывала, не переставая, как я оценила жертву Иисуса Христа, как я поняла, почему Бог оставил Сына Своего на кресте, потому что я была в такой ситуации, не могла смотреть на мучение Сына, я не могла смотреть на Его смерть, мне пришлось уезжать. И я вот прочувствовала, целый день я хожу, я вот сердце бьется, я говорю, я не могу молчать. И я вышла. В прямой эфир я поделилась своей историей, и я просто сказала, дорогая мамочка, тебе Бог сегодня дал больного ребенка. Не принимай это как наказание, прими это как благословение. Это к чему-то, не за что-то тебя Бог наказывает. Это к чему-то.
И именно это мое видео услышала Маша Волтенко, у кого сыночек Даун синдром аутизма. В нашей жизни, и как ее видео изменило полностью мое сердце, мое мышление. И вот сегодня я здесь. И когда я узнала, что Ольга приезжает в Саут Каролайну, очень благодарила Господа, что наконец-то у нас здесь зародится это служение. Я понимаю, что это очень будет тяжело, потому что у кого такие детки, родители, они очень израненные, многие очень закрытые, но я верю, что с Божьей помощью мы сможем достучаться до их сердец. И я благодарна вам, что вы нам разрешили, все церкви, что вы нам разрешили провести это замечательное служение здесь. И ваши молодежи, что они согласились поучаствовать. Спасибо вам большое. И также у нас большая нужда, если кто-то желает послужить таким родителям, потому что надо будет, когда они придут с детками, кого-то посмотреть. И даже сейчас мне написала женщина, что у нее есть лежачий сын, которого она не может перевозить, но она бы хотела бы здесь. Если у кого-то может Бог побудит поехать посидеть пару часов с этим мужчиной, он лежит с трубочками. Если кого Бог побуждает, то может поехать посидеть с ним, чтобы она могла сюда приехать в это служение, которое мы будем проводить совместно с вами. И пазл Илюши – это маленькая ведь Ольгиного служения. И мы сейчас проводим каждый четверг группы поддержки в кафе «Иман» с 9 до 11. И мы приглашаем всех женщин, которые независимо, если есть у вас такие дети или нет, если вы молились когда-то, чтобы Господь вас направил на какое-то служение, вы прошли через какое-то жизненное испытание, и вы готовы послужить женщинам, мы милости просим, приходите, мы найдем для вас, что делать у нас, потому что очень служение будет не только для спешл нидс детей, у нас также вдовам, у кого родители в тюрьмах, у кого ребенок умер, восстановление после абортов, поддержка для сирот и вдов, поддержка для матерей и детей наркоманов и посылки. И, пожалуйста, мы просим вас, молитесь за это служение, чтобы Господь расположил в сердцах, дал нам сил. И если кто-то желает послужить, пожалуйста, мы будем после церкви, мы там поставим столик, Ольга привезла с собой книги. Кто хочет приобрести книги, у меня есть на русском, на английском, есть у нее аудиокнига, и у нас есть брошюрки, и мы можем взять ваш номер телефона. Друзья, всем привет! Мы пробуем, как здесь работает интернет. Заодно вас хочу познакомить. Мы сейчас находимся в церкви. В церкви, вот где руководитель молодежи Даниил. Маша с нами. Даниил, который помогает нам организовывать мероприятия для родителей особых деток 9 января. И вот мы решили спробовать, если здесь лайв работает. Наташа с нами. Даниил, расскажи немножечко о твоей церкви, и Маша, расскажи, пригласи людей, куда мы, что мы будем делать 9 января. Спасибо огромное, мы очень рады, что мы как церковь Wayside Baptist Church, которая находится за пределами города Спартанбурга, в городе Стартекс, и мы очень благодарим Бога, что имеем возможность поучаствовать даже в очень маленькой сфере, да, но быть участником того, что Господь делает для семей с такими детьми, которыми особые, которых Бог обильно благословил. И надеемся, что это будет большая польза, и многие сердца будут исцеляться. Пускай Господь благословит всех. Попросим 9 января. В 5, кажется, да? Да. В 5 часов. 5 а ты знаешь адрес? Нет. Нет, но мы это позже расскажем. Да, позже расскажем. Маш, напомни, пожалуйста, кто ты и почему мы сюда приглашаем кого. Меня зовут Маша Волтенко.
ребенка, и мы организовали пазл Илюши с Ольгой Нищенко. Это один из наших проектов. Из наших. У нас с Ольгой очень большие планы. Готовим рождественский вечер для родителей с ограниченными нуждами. Детками. Не только детками, но некоторые уже взрослые дети. И также мы, скорее всего, будем приглашать родственников, когда мамы, папы и сестры, братья смотрят за такими. 2 января 2021 года. Да. Приглашаем всех, кто может послужить финансово, кто хочет послужить силой. Нам надо будет людей, кто сможет кушать, приготовить, украсить, фотографа. Нам надо будет за этими детками посмотреть. И некоторые, даже я знаю, женщина, она не против будет, если кто-то придет, посмотрит за ее сыном. Он уже взрослый, пока она здесь будет. Так что милости просим. Да, я хочу показать здание. У нас с Машей вообще нету здания. Мы так благодарны за вот это здание. Это просто чудо. Смотрите, какая красивая большая комнатка. Сколько, Маша? Здесь человек на 70? 15 столов. Кухонька у нас будет. Уже шторы висят. 150 может поместиться. Вот Данил говорит, 150 может поместиться. Так что, друзья, у нас уже есть комнатка на 9 января. Мы будем делать мероприятие для родителей, у кого особые детки. Просим, молитесь. Просим, помогите, кто хочет финансово закупить подарочки. Подарочки, кто хочет закупить, кто хочет еду приготовить, спеть. Молитесь об этом мероприятии. И спасибо вот этим братьям. Все, с Богом. Спасибо, Данил. Классная церковь здесь. Сегодня это церковь баптистов. Город Спартанбург. Очень красиво здесь. Книги продавали. Рассказали о нашем служении и о проекте для особых деток.